Никакая мифическая прибыль от космодрома, которую мы якобы получаем и можем получить при помощи России, никогда не окупит тот ущерб, который наносится здоровью населения и экологию страны. Потому что это запрограммировано уже тогда на многие десятилетия. Это больные люди, которые будут рождать больных детей. Это земля, на которой будут расти больные животные и больные растения. Поэтому это разговор вообще безотлагательный. Мы, если мы даже сейчас одним махом закроем Байконур, вопрос, конечно, тут серьезен только в отношении населения. Российским гражданам проблем нет, у них российские паспорта, они могут сразу же при помощи российских ракет, протонов вылететь в сторону Плесецка. Забота тут только вопрос о том, что будут делать граждане Казахстана. Ну, если строят Астану, я думаю, вот такой вот микроскопический Байконур как-то обеспечить сумеют, обязаны суметь. У нас и так на любые вот эти катастрофы протон падает, никаких внятных протестов. События на Украине, никакого внятного тоже мнения об этом. Все с оглядкой постоянно на Кремль. Мы так никогда не станем серьезным государством. И вот то, что сказал Ербол, мы какая мы космическая держава? Никакая мы не космическая держава. Мы не промышленная держава, не научная держава. Просто держава. Да мы не держава вообще, мы неизвестно что. Потому что у нас де-факто нет ни государства, просто какое-то аморфное образование для проведения тендеров и распила бабок. У нас нет науки, у нас нет экономики, потому что только одна нефтяная качалка экономикой не является. Экономика – это комплекс множества отраслей. У нас этого комплекса нет. И это вот одно из крупных звеньев всей этой вот этой цепи нашей бездарной внутренней, внешней политики. И вопрос, который требует скорейшего решения, это вот вопрос о Байконуре.